телефонных номеров моих друзей. Может быть, и ваши номерочки, и ваши в ней появятся. Подружимся? Да. Да. Что, молчим? Да. Хорошо. Захочу вам позвонить, на вашей страничке откроется телефонный номер, фотографию, имя, все покажет, все волшебное. Трубочку сниму телефонную, а номер наберется сам. Скажу: здравствуйте, это Дедушка Мороз. Ну как ваши дела? А вы что скажете? Хорошо. Отлично. А вы что скажете? Хорошо. Отлично. Как вы здоровы? Хорошо. Здравствуйте. Хорошо. Как-то вы в детстве были повежливее, я вас помню. Будем считать, что это от мороза у вас, легкое похолодание. Верно? Да. А вот это морозильный посох, самая главная вещь в хозяйстве. Но он не только морозит и примораживает, он еще и показывает, хорошие люди в гости пришли или не очень, с добрыми желаниями или не очень. Если добрый. Гости хорошие, посох начинает светиться разными огоньками. Что делаете? Светит. А чему вы так удивляетесь? Смотри, что смотри, вы хороший? Посох светится. Вот, или что у вас желание доброе? Желание. Видишь? Так сейчас мы их загадаем, верно? Да. Да. Выходите в гостиную. Ребятишки в серединке становятся. Сейчас желание загадывают. Со мной, конечно. Иду. Проходите, мои хорошие. Не толкайте. Сейчас. Все детки, вы же там тоже загадываете. Вот, ко мне сюда. Подходите, ребятишки. Поближе. Иди к Деду Морозу. Поближе иди к Деду Морозу. Закрываем глаза ладошками. А ты в жизни больше ничего не хочешь? Глазка ладошками закрывайте. И мысленно произносим свое самое заветное желание. Желание заветное преображайте. Пузырьки волшебные превращайтесь. Ладошки к нам опускайтесь и непременно сбывайтесь. Открывайте ваши глаза. Да не, ух ты! Вот это значит, что ваши добрые желания исполнятся. А первое желание я прямо сейчас исполню. Вы пойдете в гости к моей внучке. Снегурочка. Верно, первые ребятишки выходят. Шапку одевай. Шапку.